Всем привет, с вами Лиза и питомцы. И сегодня мы с Викуськой продолжаем челлендж «Рисую по алфавиту». Первую часть вы видели на прошлой неделе. Если не видели, то посмотрите. А сегодня будет вторая часть. Лиза и питомцы. Напомню вам правила челленджа. У меня есть вот такие карточки с буквами. Я вытаскиваю, а мама не знает какую, и я начинаю рисовать на эту букву все, что связано с питомцами и питомцев. И если я угадаю то, что нарисовала Лизунька, значит, она нарисовала хорошо, и она получает балл. А если не угадает, то, соответственно, получу балл я, и тогда я получу сюрпризик. Свитбокс. Вики. Что ты? Что-то она там. Ладно, давай дальше, буква. Вот это вот. Беру музыкальное сопровождение. Тыки-тыки-тыки. Вот такой вот розовый. Наверное, будет поросенок. Хрюха. Так, начинаем рисовать. Вот что-то большое розовое. С глазами. Что же это может быть? Брови, ресницы. Ну, это явно человек. Тынч-тынч. Как человек связан с питомцами? Хозяин питомца. Тынч-тынч-тынч. Серый-бур пушкарябанный. Что это? Царапки? Да. Буква С, что ли? Царапины. О, вот это да, правда, бедный. После бедный Вики. Хозяин. Что ты после Вики? Ну ладно, Вики так сильно не делала. Она только игрушки так делает. Следующая буква. Вот это вот. Вот это вот. Викуха продолжает отстригать этикетку. Так, возьму синий цвет. Голубенький. И вперед. И вперед. Значит. Чемодан? Нет. Слон? Нет. Викуха старается. Ты только не съешь эту штуку. Мне отдай, ладно? Понимаешь? Ты понимаешь? Вот она понимает, что она тут лишняя, да? Викусь. А-а-а, лапы в носках, в ботинках. Что это? Стрелки? О, Вики! Она ее сожрала. Рука, лицо, причем две. Ой, Вики, какая ты балда! Отдай. Съела кусочек тряпочки. Отдай! Вики. Ой, бестолковая собака. Вот. Ну ничего, надеюсь, что? Это... На. Не застрянет штучка в ней. И это? И это? Ботинки? Нет. А что это, носочки? Да. Ура! Еще один балл. Надо было носочки нарисовать вот с такими, с пяточками. Знаешь, как носочки настоящие? Да. Сколько еще букв? Это очень много. Вот, вот. Волейболистка. Ой, довольна я, отгрызла мешающую часть. Барабанщица. Барабанщица. Возьми. Любимый ваш сегодня с Викухой цвет? Цвет настроения желтый. Ты у Викухи ежовый цвет настроения. Погнали. Значит, так вот. Что-то видно? Вот так вот, вот так вот. Это Таффи! Точно Таффи! Вики. 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 Смотри, тут Таффи рисуют. Ух, кто-то клёво-то нарисовала. Как прям из мультика какого-то собачка. Так... И
Так, так. Одежка? Одежда? Буква О? Ой, ну вообще классно нарисовала. Молодец. Буква О. Следующая буква. Почему ты не берешь вот эти с чудиками буквы? И начнем. Палка-палка. Ух, испачкал ежа. Вики, Вики, дай сюда. Дай мне его. О, молодец, молодец. Все, нет, все, будешь сидеть мирно. Переваривать тряпочку. Та-дам! Это же уже была чесалка. А, значит, это щетка? Да, щетка. Щетка. Буква Ща. Вики грустит. Вики грустит. Давай, Лизунь, выбирай. И начинаем рисовать. Нет? Нет. Она хочет тебе помочь. А, она потому что чует, что дело запахло жареным, вкусным каким-то. Смотри, она прямо привстала, там что-то нюхает, нюхает. Вики! Нет. Ты не там нюхаешь, Лизунька вот здесь нарисовала. Тарелка? Тарелка. Буква Т! Ура! Вики, на, поешь. Прям нюхает там, где нарисовано. А, молодец. Как Лизуха хорошо нарисовала, да, Вики? Что даже запах появился. Да. Следующая буква, вот это вот. И... Вот она хитрым способом обошла меня вокруг. Так. И забрала таки своего ежа. Берем серый цвет и начинаем рисовать. А, котик, котик. С ошейничком. Футбол пошел. Мурка? Что на букву М? А на букву М у нас было? Наверное, все-таки это кошка. Это что, у нее наносопятнышко или козюлька? Это мурка. Это кошка. К. Буква К. Котик. Викуха, мы угадали. Следующая буква. Ну что, потерял ежа? Пусть, пусть, ладно. Следующая буква. Что там у меня? Что? Скажи, ты там что-то спрятала. Ничего не прятала. Начинаем творить. Шедевра? Вики. Мне опять Тафи. Все, у меня уже ничего нет, Викуська. Эй. Вики. Это точно Тафи. Прям даже ее цвет. Хотя что-то длинновато для Тафи. Я что-то не так нарисовала. И да, если это Викуха, то у нее хвост палка должна быть, не колечко. Все? Да. А, ну значит просто собака. Да. Молодец. С. Следующая буква. Буква, буква. Ага. Ага. Берем зеленый цвет. И? И начинаем рисовать. Так, а где? Где тут что рисуется? Зонтик? Грибок? Огрызок? Как он связан с питомцами? Яблоко? Огрызок? Яблоко? Яблоко? Буква Я? Да. Есть такая игрушка в виде огрызка яблочного. Собачья. Это хорошо, что я догадалась. А я вспомнила картинку из Пинтереста. Вот в форме такой вот видела я огрызка. Кормушка для птичек.
А я тебе сказала кормушка, хотя у нас уже К буква была. Я. Блока. Разновидности. Для разнообразия, да? Угу. Голубой цвет. Что ты там ты запрятала, Лизонька? Что-то Вики там что? Хочет найти. Я чиста. Это еще надо проверить, да, Вику? Собака моя. Помощница. Ей. Помощница или мешательница? Мешательница. Викусь, что ты там нашла? Ты голодная, что ли? Конечно, ничего дома не ест. У нас Викуха объявила голодовку. Угу. И еще какую голодовку? У нее полная тарелка, она не ест. Параллелепипед. Лизунька сейчас в школе проходила параллелепипед. А, это аквариум. Да. Буква А. Осталось совсем чуть-чуть. Лизуха явно выигрывает. У меня, по-моему, от силы 3 балла. Что это такое? Семечки, зернышки? А это что, лужа? Ну что ты загадала-то? Зерно. Зерно. Ну надо же было, может, как-то по-другому нарисовать хомячка. У него в лапках. Ну хотя тоже, может, я подумала бы, что это семечко. Ладно, еще один балл в мою копилочку. Зерно. Давай, следующий. Угу. Вики, что ты там нашла? Он все вынюхивает. Ищет. Ты шпион засланный. Берем коричневый цвет и начинаем рисовать. Викуся. Делаем вот так. Вот так. Вот так. Щеки. Морда, подушка, кресло. Вики. Хомяк. Это хомяк. Это хомяк. Вики, куда ты? Что ты ее там заинтересовала? Смотри на нее. Вики. Ой, очень веселый хомячок. Буква Х. Молодец. Амангаз! Амангаз! Ух ты, прикольно. Такой клевый, ты Лизинка сама сделала. Папье-маше. Он объемный. 3D. Вики, иди место давай. Осталось 4 буквы. 4. Давай, я тебе сама даю. Вики! Ну ладно, пусть походит. Так, беру розовый цвет малиновый. Беру листок. И рисую. Лапа. Вторая. Сплошные собаки сегодня, Вику. Она, может, ищет пищалку свою. Мы ей... У нее забрали пищалку. Она не дает снимать видео. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Сейчас будет сидеть и пищать. Без конца. Я нарисовала. Юбка, что ли? Викуха. Буква Ю. Ой, музыкальная собака, ой, музыкальная. Хвостом стучит. Залазь на лежанку. Зубами пищит. Следующая буковка. Ах,
Дай сюда. Тихо. Тишина в студии. Забрали. Шапка! Да. Да, и у собак бывают шапки. У нашей Вики есть. Давай покажем. Ну как ты показываешь? Вот буква Ш. А ты вот так показываешь, как Е. Давай покажем Викусину шапку. Она в ней как лама выглядит. Лама! Нет. Вот такая у нас собака. Собака-лама. Да. Красотка. Зато уж, скажи, не мерзнут. Вот так, все, сняли. Так, осталось две буковки. Пойму вот это вот. Рисуем. Викус, ты что такая нервная? Ты такая нервная собака. Жадина. Ой, жадина. Ой, жадина. Банан. Прозевали. Банан на букву Б. Да, у нас крыски любят банан. Даже Викуська любит банан. Угу. Молодец. Банана. Б-б-б-б-б. И финишная буква. Наверное, Ф. У нас еще не было буквы Ф. Финишная буква Ф. Нет? Не правда? Или у нас была буква Ф? У нас была буква Ф. Опа! Коричневый цвет. Финишный рисунок. Пицца? Нет. А, я не так смотрю, только не понимаю. Думаю, почему ты нарисовала круг в крыше? Это домик. Да. Буква Д. Ура! Ну, наконец-то! Лизунька нарисовала столько букв. Столько всего нарисовала, связанных с питомцами. И теперь открываем свитбоксики. Свитбоксы! Лоу и утиные истории. Ну, давай Лоу первый. Ух ты, какой прикольный пакет. Взяла вкусняшку. Ой, а что-то там какое-то плоское Лоу. Да, плоское. А мне, скажи, а мне тоже хочу. Вдруг что-то вкусное, вдруг она съедобная. Тик. Ух ты, большая бумажечка. Нет, бумажечка небольшая. Со всех сторон. Прикольно, она резиновая. Это у нас... Она стоит... Джет-сет-ютие. Вики, ты шатаешь все. Прикольная. Она чуть-чуть переливается. Она с блестками. Ух ты. Кто-то хочет проверить качество? Нельзя. Вики. Нельзя, Викусь. И утиные истории. Это у нас уже вторая утиные истории. Первый у нас был кто? Скрудж? Скрудж Макдак. Опять? Второй Скрудж. Ой, как жалко. У нас два Скруджика. Ну ничего, подаришь Насте или кому-нибудь. Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик и не забывайте про мой второй канал Лизок Диавай, ссылка в описании. На него тоже подписывайтесь. И всем пока! Пока!